Всем привет! Портал Prodot.ru. У нас второй обход по киберолене. Сегодня мы больше поговорим с продотерами. Я их найду всех. И я думаю, начнем мы с этого угла. Но прежде. Тут сегодня проходил турнирчик такой нон-про по доте. Мы вылетели, к сожалению, во втором туре. Но в целом было довольно-таки весело. И я надеюсь, что еще какие-то дотеры из этого нон-про турнира остались. По-любому остались те, которые еще призы не забрали там. Но это плохие ребята, мы с ними пообщаемся, но это плохие ребята, они нас выбили как раз. Ладно, пока пойдем искать про дотеров. О, вон. Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Ира. Сидишь на продоте? А, нет, не сижу. А почему? Ну, как-то не интересуюсь дотой. А ты случайно не с дот-двору? Оттуда. А тебе вообще можно со мной разговаривать? Можно, почему нет? Ну, у вас там какие-то запреты, там мне нет ничего. Не знаю, запретов. Как-то глупо ставить запреты свободным людям. Да свободная страна. Это свободная страна, пошли дальше. О, на меня кто-то посмотрел. Отойди, отойди, на меня посмотрели. Привет! Привет. Ты на продоте сидишь? А? На продоте сидишь, говорю? Нет. Почему? Не знаю. Заходи на продот, посиди, там хорошо, там хорошие люди. Тут я там есть. Заходи. Хорошо. Все, следующий. Нам нужны продотеры, нам нужны настоящие продотеры, о которых можно пообщаться про форум. Видел я тут одного продотера, даже двух. Вот этот продотер, но мы с ним не будем говорить. О, я нашел. Добрый день. Добрый день. А вы на продоте сидите? Нет. Очень жаль. Нам нужны такие юзеры. Блин, кого найти? Вот, на меня люди смотрят. Я подхожу тем, кто на меня смотрит. Ребят, здравствуйте. Вы на продоте сидите? Что мы? На продоте сидите, говорю? Нет. Я не понимаю, где я сейчас нахожусь. Это киберарена вообще или... Никто не сидит на продоте, это что-то не то. Вот, смайл. Смайл, привет. Привет. Ты на продоте сидишь? Бывает. Как тебе сайт? Отличный. Ничего не хотел бы изменить? Хотел бы, удалить его. Вот удалите сайт. Чтобы его не было, и всех юзеров, которые там присутствуют. А новости оставить? Центральную страничку. Пошли дальше. Спасибо, смайл. Весь негатив на продоту изливается. Почему так много негатива? Вот, я нашел. Тут сидят наши ребята. Goof is dead. Goof, привет. Привет. Я слышал, ты ньюсмейкер на продоте. Представь себе, да. И а почему у тебя пайка Na'Vi? Ну, потому что я еще являюсь глобальным модератором форума Na'Vi. И каково оно, быть модератором на двух форумах сразу? Ну, модератор я только на одном форуме, но в целом достаточно интересный опыт. По крайней мере, выходит встреча такая перекрестная двух комьюнити. Достаточно интересный опыт. Давай по чесноку, где комьюнити лучше? Спорный вопрос. И там есть свои замечательные люди. Ну вот, например, ты, Фейкер. Замечательный человек. Ты как-то неправильно отвечаешь для юзеров, правда? Давай как-то по более простому языку, так чтобы... Где комьюнити тупее? Не знаю, честно. И поверь мне, не самые интеллектуально развитые юзеры есть и там. Может, кому-то привет передашь, какому-то юзеру, который тебя там, может, бесит, или наоборот, который нет, тебя... Я, пожалуй, передам приветы, опять же, всему модераторскому составу форума Na'Vi. Ну и, пожалуй, передам с продукта привет всем ньюсмейкерам. Morphname, идем дальше. Собственно, мы продолжаем, мы найдем еще парочку юзеров Prodot'а, и потом, я думаю, мы закончим второй выпуск. Если вам понравится второй выпуск, мы сделаем завтра финальный третий. О, админ CSGL, по-моему, если не ошибаюсь, да? Да. А на Prodot'е сидишь? Бывает, да. И что, как форум? Ну, мне нравится, много чего интересного. Можешь передать кому-то привет, только мамкам юзеров, пожалуйста, не передавай привет какому-нибудь. Хорошо. Передаю привет всем пользователям CSGL, а также всем пользователям Prodot'а. Играйте, выигрывайте. Джуз хороший человек. Это вопрос с подвохом? Нет, это абсолютно серьезный вопрос. И запомни, мат у нас запрещен.
Спасибо, что предупредил. Ну, на самом деле, я его считаю как, ну, довольно-таки хорошим человеком. Просто у него очень много, как, дел, он очень занятый человек, поэтому он разговаривает коротко и ясно. Вот и все. Все понятно, и идем ищем еще одного продотера и заканчиваем. Ребят, привет! Вы сидите на продоте? Ну, скорее только в основном обменники. Обменник, расписание матча, некоторые трансляции. Да. И что, как вам обменник? Лажовенький в последнее время стал. На Dota Lounge лучше? Да, в разы. Может, посоветуете что-то нам? Может, мы как-то изменим обменник? Я не знаю, что посоветовать. Да. Да, ну что, вы сказали, что плохо, ну давайте какие-то предложения, креативчик. Блин, я что скажу, я не знаю, как посоветовать. Я не знаю, там сиськи в обменнике на фоне, там, ну что такое. На фоне нужны. Да нет, скорее, ну если те же ставки добавить, может будет уже получше. Оптимизация интерфейса — это вообще-то очень сложная проблема. Нельзя вот просто так взять, что-то вывалить. Понятно, спасибо за адекватный ответ. Пойдем. Все-таки я еще кого-то найду, хочу неадеквата найти, абсолютно полного просто. Потому что все какие-то адекватные люди, я не понимаю, что это за комьюнити такое пошло. О, вот еще один человек, который приехал с инмейтом. У него есть шанс прославиться. Александр. 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 Саш, у тебя есть шанс прославиться на продоту. Да, что именно мне сказать? О боже, тут микрофон. Покажи лицо он в камеру свою. И, может, ты сидишь на продоте, кстати? Раньше сидел. А что, сейчас не сидишь? Привет, реклама и антиреклама Вилата. Я понял. Ну, вообще, кроме реклам, ты что-нибудь поменял? Нет, нет. Ну, где-то раз в денечек точно захожу. То есть уберут рекламу, и ты вернешься? Да, определенно, точно, да. Макс, убирай рекламу, к тебе вернется один юзер, бывший продоты, очень важный, Александр. Он же друг инмейта. Ладно, неадекватов я сегодня не нашел. Давайте на сегодня закончим. А завтра, если вам сегодня, конечно же, понравится, мы завтра найдем таких неадекватов, которых вы еще не видели. До завтра.